Всем привет! Вы на канале Start Android. Сегодня я отвечу на некоторые вопросы, которые возникают по поводу подписки на продвинутый курс по разработке реального Android-приложения. Многие спрашивают, если курс продвинутый, значит он не подходит новичкам? На самом деле все не так. Мы назвали курс продвинутым, но ему больше подойдет название расширенный. Просто мне не нравится это слово. Курс подойдет всем, кто смог установить среду разработки, умеет создавать проект и хоть немного изучил основы Java в рамках видеоуроков на нашем канале. Мы постарались сделать курс максимально простым, даже для новичка. Там все достаточно разжевано и нет ничего лишнего. Основная цель курса – создать работающее приложение, показать, что это не так сложно, как некоторым кажется. Наш девиз – Android – это просто. На все вопросы я постараюсь ответить на страничке анонса на сайте fandroid.info. Ссылка на экране и в описании. А здесь я отвечу на самый главный вопрос. Как понять, что вы подписаны, если вы оплатили подписку, но не увидели оповещение об этом в почте? На самом деле это легко проверить. В конце этого видео будет ссылка на видеоролик, доступный для просмотра только тем, кого мы включили в круг продвинутого курса. Если вы подписались и можете посмотреть видео по ссылке, значит все в порядке. Ожидайте выхода курса. Если вы подписались, но не можете посмотреть видео по ссылке, пришлите мне на почту или в личку ВКонтакте как можно более подробную информацию о платеже и ваш ящик Google почты. Мы найдем ваш платеж и добавим вас в круг доступа к продвинутому курсу. Все контакты в описании к видео. Если вы не подписывались и не можете посмотреть видео по ссылке, то подписывайтесь и смотрите. Ссылка на страницу подписки в описании к видео. А если вы не подписывались на продвинутый курс и можете посмотреть видео по ссылке, значит вы взломали Google. Оставайтесь на месте, за вами уже выехали. Кстати, мы продлили акцию по подписке, и если вы не успели подписаться в августе по акционной цене, сделайте это сейчас. На днях мы опубликуем приложение Reminder, которое создано в процессе подготовки курса, и в связи с этим вас ждет небольшой сюрприз. Меня также спрашивают, будут ли еще на канале бесплатные уроки. Хочу вас успокоить, на нашем канале всегда будут бесплатные уроки. Мы будем стараться выпускать их чаще и делать их лучше. Оставайтесь с нами и следите за новостями на канале. А теперь обещанная ссылка на видеоролик, доступный только тем, кто подписался на продвинутый курс по разработке реального Android-приложения. Называется этот ролик «Новости продвинутого курса», ссылка на экране и в описании. А с вами был Виталий Непочатов. Всем добра!